вам. Мир вам драгоценные. Я хочу сказать, что это очень будет добрая традиция, когда мы друг друга будем при встрече «Мир тебе, брат мой». Господь, когда воскрес, и по своему воскресению он приходит в дом, где двери заперты, и говорит всем «Мир вам». Потом через некоторое время снова говорит, вторично им, мир вам. И потом, когда Фомы там не было, потом был он, через несколько дней он приходит, является снова при закрытых дверях и говорит, мир вам. Если твои, твое сердце закрыто, послушай, что говорит Господь, мир тебе этот шалом, который Господь посылает в твое сердце, он приносит благословение в твою жизнь. Это такое емкое слово – шалом. Шалом включает все благословения Божьи. И когда Господь говорит «Мир тебе, дитем мое», это значит, Он благословляет тебя всеми благословениями. Желание сердца Его – благословить тебя. Желание неба – благословить тебя как много благ хранится у Господа для боящихся Его, почитающих Его. И когда Господь родился, ангелы с неба возвестили великую радость всем человекам. Мир на землю и человеком благоволение. Вот такое расположение имеет для нас Господь. Итак, я вам снова повторяю, мир вам. Будьте благословенны, будьте благословенны. Итак, мы продолжаем наше общение. И перед тем, как мы будем с вами рассуждать по Слову Божьему, давайте возьмем молитвенные слова, Слово Божьего, и будем молиться. Я хочу подсказать тебе, мой дорогой брат и сестра, когда ты не знаешь, о чем молиться, как молиться, открывай Писание потому что все писание Бога вдохновенно, и оно дано нам для того, чтобы мы сердцем веровали, а устами исповедовали Слово живого Бога. Это послание от Господа. И все слова, которые в нем заключены, их можно взять и молиться. Потому что Господь отречься от Своего Слова никогда не может. Его Слово утверждено на небесах, поэтому учась молиться Писанием, ты этим самым пребываешь а в нем, а он в тебе, потому что из сердца истекают слова, и язык твой становится, как трость скорописца. Ты пишешь эти письмена в духовный мир. Это послание для Господа. Так что давайте мы будем сейчас молиться. Я открываю Псалом 50. Пятый, вот с третьего стиха. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. О, Всевышний, когда я в страхе, на тебя я уповаю. Какие сильные слова. Враги, враг, он как рыкающий лев, ходит ища кого поглотить. Его задача ⁇ сломать тебя, сокрушить тебя, уничтожить тебя. И когда я в страхе от этого, на Тебя уповаю. О, Господь, слава Тебе! Слава Тебе за утверждение и укрепление. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? В Боге восхвалю я Слово Его. Вы знаете, как приятно Господу сейчас слышать нас, когда мы уповаем на Слово Его и восхваливаем Слово Божие. И Он превознес, наш Господь, Слово Свое превыше всякого имени Своего. Нужно ли нам на это обратить внимание? Если Господь такой делает акцент, большой акцент на свое священное писание, Иисус Господь, когда был на земле, Он использовал, противостоя сатане, Он использовал Слово Божие. Написано, как нужно нам знать, что написано, и полностью доверять Слову Божьему. Любовь не превозносится, не мыслит зла, не ищет своего, она терпит, долго терпит, и она верит всему. Когда мы в правильных отношениях, отношениях с Господом, любовь к Нему, она дает нам, верить всему. Чему всему? Всякой глупости, ереси? Нет. Всему, что написано в Слове Божьем. Единственное, что написано в Слове Божьем, можно верить всему. И благословенному у Господа, что мы имеем сейчас это слово пред лицом своим. О, Господь, дальше читаем. Десятый стих, из этого же Псалма 55. -го. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе». Дорогой мой друг, когда мы уповаем на Слово Божие, используем это Слово и обращаемся к Господу, Словом Его, которое открывает Его волю о нас, то тогда враги обращаются назад. Чем можно достать врага? Чем можно его одолеть? Дорогие, я снова и снова повторяю, только тем, что написано в Слове Божьем. Это духовный авторитет. В духовном мире признают Слово всемогущего Бога. Небесные и преисподние. Точно так же нам нужно признать авторитет Слова Божьего на земле. Дорогие, враги Мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. Вы слышите? Бог за меня. Когда я использую его слово, и враги обращаются назад, тогда явное доказательство. У тебя приходит крепость, у тебя приходит удостоверение, у тебя приходит вера. И у тебя приходит шалом Божий, мир Божий, приходит в твое сердце. Какое счастье, какая радость. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Богу уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Никто тебе ничего не может сделать. Ни человек, ни дьявол, который действует через человека или через обстоятельства. Потому что на Слово Его ты уповаешь и побеждаешь все силою возлюбившего тебя Господа. Откуда мы узнали, что мы все сможем в укрепляющем Иисусе? И Слово Божие. И Слово Божие – это светильник в ноге нашей. Это свет и просвещение для всякого человека. Итак, будем восхваливать Господа и благодарить Его. Отец Небесный, да и аминь, Слово Твое, есть крепкая башня, куда убегает праведник и безопасен. Потому что слово – это сущность твоя, это воля твоя, это отношение твои к нам. И когда мы используем слово, мы, Господь, безопасны. Господи, слава тебе и благодарность за это откровение, которое ты дал церкви твоей. Уповать на тебя, пребывать в тебе – в Слове Твоем. Где, Господи, Ты находишься? Ты находишься в Слове Твоем. Из этого мы узнаем Твою милость и Твою благодать. Мы будем с дерзновением приходить к престолу милости, к престолу благодати Твоей для оказания помощи благовременной. Господь, восхваляем Тебя. Ты даешь нам крепость, Ты даешь нам, Господи, утверждение твердыми быть. Господь, превозношу Твое святое имя. Ты, Господь, отверзаешь ум наш к разумению Писаний. Я сейчас молюсь, Господь, за каждого человека. Открой, Господи, разум к разумению Писаний. Просвети очи ума нашего, Господь, чтобы нам разуметь Писание. Потому что Ты предупреждал, ты предупреждал людей. Заблуждайтесь, не зная Писаний. Да, мы заблуждаемся, когда Слово Твое в нас не пребывает. Мы тогда делаем неправильные поступки, Господи, прости нас за это. Но Ты сказал, исследуйте Писание, потому что через Писание мы имеем жизнь вечную. Господь, благослови нас исследовать Писание, чтобы нам еще больше и больше утверждаться в Слове Твоем. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое. Спасибо Тебе, Господь, за благословение и обетование, которые мы нашли в Слове Твоем. И эти обетования, они делают причастниками Твоего естества. Оказывается, Господь, чтобы быть Похожим на Тебя, чтобы поступать в этом мире так, как Ты, нужно, Господь, принять откровение Слова Твоего, обетований Твоих, Господь, чтобы быть таким, как Ты. Господь, пошли каждому человеку всем своим сердцем возлюбить Слово Твое. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! прославься, 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 Господь. Дорогая церковь, дорогие люди, вы знаете, каждая страница – это Слово Божие, это вдохновение, это молитва. Просто, просто приходит молитвенный дух, когда мы открываем Писание и туда прилагаем свое сердце. Посмотрите, Псалом 61. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеплюсь более. Какие прекрасные слова. Какие прекрасные. Посмотрите дальше. Это в 61-м псалме, в 6 стихе. Только в Боге успокоивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь. Ты можешь разговаривать со своей душой только в Боге успокоивайся, душа моя, что ты смущаешься, что ты плачешь, что ты страдаешь, что унываешь ты, душа моя, в Боге успокаивайся, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей, упование мое в Боге, душа моя, в Боге упование мое, и другого пути нет, а знай, душа, что я всегда буду утверждаться в Слове Божьем, и Господь мне помощь, и тебе же душа будет». Я узнаю, что если я не отрекусь от тебя душа, <свёд> все, что ты мне приносишь свое душевное, то ты просто не возродишься и не обновишься. Господь сказал, если что душу свою потеряет, тот приобретет ее. Поэтому я говорю сейчас: говори своей душе, я должен тебя потерять со всеми твоими страхами с болями, с тревогами, с неверием, с сомнением, я должен тебя потерять, чтобы ты приобрела новую сущность, которую Бог тебе даст. Только в Боге успокаивайся, душа моя. Только на Него уповай. Не, уп не уповай на все обстоятельства твоей жизни. Народ, я хочу, чтобы просто сейчас на весь экран высветили псалом 61, 9 стих народ, надейся на него во всякое время, изливай пред ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Во всякое время, народ, надейся на Господа. Аллилуйя, Господь, мы будем надеяться на Тебя, мы будем уповать на Тебя, и надежда на Тебя нас не постыдит никогда, твердо это я знаю, я уверена в этом. Пусть это уверенность и твердость. Этот мир, через слово, которое приходит в сердце мое, оно передастся сейчас всем людям. Итак, мои дорогие, я говорю «Мир вам!» Мир вам ближнее, мир вам дальнее. И все, кто сейчас находится по ту сторону монитора, мир, мир вам. Драгоценные, итак, а, уроки из Гефсиманского сада продолжаются, а, сегодня уже третий урок, который я провожу, и мы следуем в Писании а, шаг за шагом, начиная от последнего общения в вечере Господней, Господь Иисус был с учениками, предупреждение Его Симона, а, Гефсиманский сад. Я хочу сказать, я хочу спросить, если Господь в самом большом давлении обращался в молитве к Отцу с великим воплем, так повествует нам послание апостолов, они знали, что Он с великим воплем в дни земной жизни своей обращался к Отцу и был услышан за свое благоволение. А если он это делал, мы будем идти по следам его. У нас другого примера нет. Этот урок, молитва, должен быть у нас на первом месте. Все наше поражение приходит, когда мы теряем это общение с небом. Ангел Божий укреплял его. Ангел Господень укреплял Иисуса. Господь укрепляет точно так же и тебя. И ты выйдешь победителем в самых-самых сильных искушениях. Дорогие, апостол Петр потерпел фиаско только потому, что он там в саду не бодрствовал. И потом он стал вдали. Потом сатана, который просил у Иисуса сеять их как пшеницу, то есть отделять доброе зерно от сорняков сатана его поймал на этом и привел его в состояние, когда он стал вдали. Это большое переживание. Я прошу тебя, извлекай этот урок. Не становись вдали от Господа. Такой, как есть, приходи к Нему. Такой, как есть. Согрешил ли? Не становись дальше от Господа беги к Нему прямо своим состоянием и признавай себя, и признавай себя, что ты в поражении, что ты не устоял. Открой свое сердце пред Ним. Господь не оттолкнет тебя, Господь не отвергнет. Ты помнишь, когда у костра грелся Петр, у чужого костра, а вместе с теми, которые оскорбляли Иисуса, унижали Его. Христос посмотрел на Него. Христос видит тебя. Он просто ждет, чтобы ты к Нему пришел. Приходи, не стесняйся. Он же все равно знает, что с тобой произошло. Не нужно одевать маску какой-то приличия, благополучия. Такой, как есть, иди. Господь в Гефсиманском саду просил учеников пободрствовать вместе с ним. Не стесняйся сказать брату, сестре, открыться и сказать, пободрствуйте со мною, помолитесь сейчас за мною, помогите мне подняться, помогите. Не нужно делать вид, что у тебя все хорошо. Обнаружь себя. Апостол Павел всегда просил, молитесь за меня, молитесь за меня. Мы любим просить молиться за себя тогда, когда все хорошо. Молиться за себя, когда я хочу поблагодарить Господа. У меня все хорошо, слава Господу, аллилуйя аминь. Брат, сестра, стой, продолжай, живи в вере. Ну, а если у тебя какая-то проблема. Пусть эта вся спесь сойдет, самодовольство сойдет. Открой свое сердце, смирись пред Господом, и Господь, будучи благ, помилует тебя. Итак, Христос воскрес. Он является ученикам своим. Ангелу говорит – Передай Петру, женщинам, ангел передает это послание от Господа. Скажите ученикам и Петру, что Я воскрес. Мой новый завет, моей крови, в действии и в силе. И я хочу сейчас одну историю, нет, я хочу сегодня две истории рассказать, после воскресения Иисуса Христа. Некоторые ученики, которые не в количестве 12 были, не в числе 12, а другие, в тот день, когда воскрес Господь, они шли в Имаус, это вселение, которое находилось в стадиях 60. Это не так далеко, дневной путь. Они шли и рассуждали, они были опечалены, но и они услышали историю, что женщины пришли и сказали, что а, мы его там не нашли, он воскрес. Но они были заняты какими-то делами своими, бизнеса какого-то, и они пошли, они пошли в селение в это, и шли, рассуждали. И вдруг странник, а, попутчик по дороге встречается им, и идет и рассуждает с ними. Скажите, а что вы так печальны, что случилось? И вот в 24 главе от Луки, он в 17 стихе, он говорит им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его перевесвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины изумили нас, они сказали, что его не нашли, и он воскресший. И тогда Иисус, посмотрите, какие слова сказал. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Моисея и всех пророков, изнеся им сказанное о нем во всем Писании. Дорогие, меня восхищает, покоряет и утверждает то, на что обратил Господь внимание. Он обратил внимание на Писание. Что вы так медлительные сердцем, чтобы веровать, что говорят Писания обо мне? Дорогие мои, и сейчас, по своему воскресению. О чем о самом главном говорит Господь? О Писании. О Писании. Он хочет сказать, заблуждайтесь, не зная Писания. Если бы вы знали Писание, то вы бы не так реагировали. Вы бы не сказали, вот уже он третий день, как во гробе. И поверили бы, что он воскрес. По своему воскресению он является ученикам своим, и они не верят ему, они продолжают сомневаться. О, сердцем, чтобы веровать, что говорит Писание. И они приблизились к тому месту, и Иисус делает вид, что хочет уйти, потому что как бы он хочет проверить, ну как он, как они будут себя вести, реагировать, но они стали удерживать его. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил, подал. Тогда открылись у них глаза, и они узнали, что это он. Но он стал невидим для них. И первое, что они сказали, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание. И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Посмотрите, как все переменилось, они пришли зачем-то в Имаус, они сразу все оставили, они узнали, что это Господь. Они побежали сказать ученикам, что они видели Иисуса, и что Он сказал, «Медлительное сердцем вам нужно веровать в Писание». Он изъяснял им Писание. Они пришли, а ученики говорят, а Он явился уже и Петру. Это первое сообщение, когда мы видим, что Господь уже встретился с Петром. О чем Он говорил с Петром? Не указано. Но я думаю, что Иисус успокаивал Петра. Петр, Петр, я тебе снова повторяю, бодрствуй и молись, трезвись, что не впасть в искушение. Посмотрите, две самые главные вещи, которые Господь сказал, уходя с этой земли. Первое, в Гефсиманском саду молитесь и по своему воскресению пребывайте в Писании. Давайте признаемся, что самые трудные вещи, которые нам нужно делать, это молиться и пребывать в Писании, правда? Это всегда находится время а, чем-то заняться другим, даже служением для Господа. Но пребывать в Писании и пребывать в молитве, это всегда будет трудно, потому что сатана ненавидит молитву, и сатана ненавидит Писание, потому что это убивает его. Поэтому, зная это, давайте больше и больше обращать внимание на это Божье повеление. Господь преподавал уроки в самое трудное для тебя Время он будет говорить, прибудь во мне, и я прибуду в тебе. И когда они все были вместе, Иисус пришел к ним и говорит, мир вам, и стал посреди их. И он сказал, что смущаетесь, для чего такие мысли? Ваше сердце. Почему вы не верите? Ну, посмотрите на руки мои, на ноги мои. Это я сам. Осижите меня, рассмотрите меня. Ну, не будьте такими медлительными. И сказал: У вас есть какая-то пища? Они говорят: да, есть. Подали ему часть сотого меда, печеной рыбы и стал есть перед ними. Удивительный Господь! Он любит общаться. Всегда, когда на Востоке по обычаю, когда трапеза, когда общение, это открытые сердца друг для друга. И Господь здесь открывает опять сердце им свое. О чем Он в этом общении говорит им? Опять акцент и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Тогда отверз ум их к разумению Писаний. Дорогие, Писание все написано людьми, движимым Духом Святым. Поэтому давайте будем извлекать урок. Господь отверзает ум. Если движим Духом Святым написано Писание, то ключ к разумению Писания точно есть Дух Святой, который нам дает откровение. Вы знаете, когда мы пребываем в Писании, получая откровение от Господа, это такая пища, это рема, которая лично твое понимание и открытие Слова Божьего. Тогда оно становится твоей пищей. Твоей пищей – это как бы приготовленная пища духовная лично для тебя. Сейчас просто читая, это как рецепты хороших, хороших, а, продукт, хороших продуктов, а, хорошей вкусной пищи. Но ты никогда не узнаешь, как она хороша и как вкусна, божья пища, если ты не получишь откровение. Фарисеи знали эти рецепты, они знали Писание, но они не получали... Откровение из Писаний. Все Писание есть Дух и жизнь. Все слова Божии. Поэтому без Духа Божьего нам просто не познать и не получить этот секрет от Господа. Давайте прямо сейчас поблагодарим Господа за это откровение Его. Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Я вижу, Господи, желание Твоего сердца, чтобы мы вникали в Писание, потому что это есть сильное оружие духовное, это есть меч обоюдоострый, это есть дистомос, это когда одно говорят двое. Ты говоришь в слове, и я его говорю. Это меч обоюдоострый, который поражает врага. И я буду победителем. Аминь, аминь, аминь. Дорогие, пусть это обоюдоострый меч. Слово, которое сказал Бог, и слово, которое ты говоришь, Божье Слово. Вместе об одном. Слава Господу. И еще второе событие, которое произошло после Воскресения Иисуса Христа это когда Петр собрал снова свою артель, и они пошли ловить рыбу. Пять человек собрались вместе, пошли рыбачить, ничего не поймали. И вдруг они видят, это написано у Иоанна в 21 главе, вот, с третьего стиха читаю, Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу, говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, то час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. У них не было пищи. Ведь они все оставили Иисуса. И Петр в том числе заявив, что он никогда не оставит его и вместе с ним и в тюрьму и на смерть, если надо пойдет. При смерти не было и в тюрьму не пошел. Просто отказался и отрекся от него. Какая духовная пища? Никакой. Духовное банкротство. Они говорят, нету у нас ничего. Иисуса нет. Они было думали, что он утвердит Царство Божие. Они подзабыли то, о чем говорил Иисус, и пошли ловить рыбу. Но он сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, это был Иоанн, который всегда был к сердцу ближе. Он всегда был близко к нему. Любил Иисус всех, но кто много любит, тот получает много откровений. Любил много Иоанн, и он был написано любимым. Когда мы любим Господа, мы любимые им еще больше и больше. И говорит он Петру: это Господь. Симон же Петр услышал, что это Господь опоясался одежду, ибо был наг и бросился в море. А другие ученики поплыли и вышли на берег. Вот видят костер разожженный и на костре лежащая рыба и хлеб. Господь позаботился. И здесь в этом общении Господь начинает еще раскрывать свои секреты, свои тайны. Какие же? Он говорит: придите, обедайте. Учеников никто не спрашивал, кто ты, ибо точно знали, что это Господь. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своим, своем из мертвых. И когда они обедали, что-то стал сокровенное говорить Иисус. И стал он говорить Петру. 15 стих. Иоанна 21 глава. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Иисус говорит ему: Паси, овец Моих! Говорит Ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил Его, любишь ли меня? и сказал Ему: Господи, ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говори, говорит ему: Паси овец Моих. Меня просто потрясает! любовь Божия. Кому много прощено, тот много любит. У Петра произошел переломный момент. В Гефсиманском саду он получил поражение. Он впал в искушение. Он от этого страдал. Он не бодрствовал. И поэтому отрекся. Иисус видел его. Иисус видел его сердце страдающее. Как я мог такое сделать? Какой же я? Он осуждал себя. Он признал свое несовершенство. До этого он было надеялся, что все у него хорошо. И он такой сильный, крепкий. Он такой верный. Он такой отчаянный. Он с Господом все пойдет везде и всюду. И он увидел себя. А вот и все. И не получилось. Уповал на душу, подвела она тебя. Сейчас, Петр, ты будешь уповать на Господа. Сейчас ты по-другому будешь любить Господа. Сейчас ты знаешь, что уповать на себя опасно. В трудный момент. Ты потеряешь уверенность, если будешь уповать на себя. Уповай на Господа. Петр, Симон Ионин, я тебе доверяю, овец моих. Ты, некогда обратившись, вы помните, он на слова эти говорил: утверди братьев твоих! Петр, я вижу твое сердце, утверждай братьев своих. Утверждай их. Три раза я тебе сказал, любишь ли ты меня. Я хочу подтверждения, что ты действительно меня любишь. Ведь ты три раза от меня отрекся. Ведь три раза я приходил в Гефсиманском саду к тебе, чтобы ты бодрствовал и молился вместе со мною чтобы тебе самому не впасть в искушение. У тебя же тоже будут эти периоды в жизни. Петр, я тебя хотел научить. Я у тебя три раза. Не печалься, что у тебя я три раза спрашиваю, любишь ли ты меня. Помнишь, как ты три раза отрекся от меня? Три раза. Я это видел. А сейчас я тебе три раза говорю. Я тебе доверяю. Я не разочарован в тебе. Я тебя в категорию плохих не записал. Ты же так страдал. Ты же так горько плакал. Брат-сестра, я сейчас к тебе обращаюсь. Если ты горько осознаешь, что ты попал в проблему и не устоял, не уходи от Иисуса. Не уходи. Трижды или сколько раз ты попался в эту сеть или больше. Вот столько раз, обращаясь к нему, осознавая свое поражение и прося у Господи поддержки, признайся ему, Господь не оставит, не оставит тебя. Дорогие мои, дорогие, какие великие уроки. Такая большая экзаменовка. И какой высокий бал милости и благодати Божьей. Оказывается, все содействует ко благу. Признай только вину свою. «Возвратитесь, дети, отступники, ибо я сочетался с вами, и я помилую вас. Вот милость Божия, которая превозносится над судом». Высокий бал. Отлично. Отлично. Твое поражение дало тебе высокую оценку возлюбить Господа всем сердцем и всею душою своею. Драгоценные. Вот здесь у костра, но уже у другого костра, где был Иисус, Петр получил новое начало для своей жизни. Тогда он был у костра на территории врага, грелся там Бегом оттуда, брат, сестра, быстро оттуда. Беги к костру Божьему, к костру Его любви. Он даст тебе пищу. Он накормит тебя. Он согреет тебя. Он обновит тебя. Другой костер, два костра в твоей жизни. Какой ты изберешь? какой ты изберешь костер? Избери. Вот я предлагаю тебе жизнь, а не смерть. Благословение, а не проклятие. Избери жизнь, избери благословение. Слава Господу, друзья мои, за Писание. Слава Ему. Отсюда мы узнаем, что Бог за нас, а не против. Драгоценные. Вы получили сегодня, получили сегодня слово от Господа. Иди к костру Божьей любви, к Божьей благодати, с зерзновением смело Он тебя не оттолкнет. Давайте поблагодарим нашего Господа за Его благодать. Отец, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господь, за Слово Твое. Господи, какая это крепость, какая это сила, какая, Господи, надежда. Господь, благодарю Тебя за Твою безмерную любовь. Благодарю Тебя, Господь, потому что Ты доказал свою любовь нам тем, что излил нам в сердце наше Духа Святого. Ты с нами, Господь. Слава, хвала Тебе, честь и поклонение. Да пребудет с каждым из нас. Будьте все благословенные, драгоценные дети Божьи. Храните этот мир в своем сердце. Не теряйте связь с Господом. Открывайте свои сердца пред Ним. Во всякое время призывайте Господа, не только в дни погожие, но и непогожие. Особенно, когда в непогожее время ты нуждаешься в Божьем подкреплении. Беги к Нему, беги. Он вместе с тобою. Господь, как славно имя Твое! Как славно! И он сказал ему, иди, Петр, за мною. Он сказал, иди за мною. Второй раз он сказал, иди за мною. Первый раз, когда призывал на служение, он говорит, Петр, иди за мною. Он оставил свои сети и пошел за ним. А теперь второй раз уже другому Петру, уже обновленному Петру, уже у которого произошел переломный момент, он говорит ему, иди за мною, брат и сестра, иди за Господом. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за вашу участие.